На Рыбацкой улице снова жужжат триммеры. Работает бригада ДБГ в Советском районе. Задача за день зачистить всю высокую траву. О том, что такие мобильные группы уже появились на улицах города, уже было заявлено на совещании в мэрии пару дней назад. Вопрос этот Елена Сорокина называла одним из главных. Никогда не сойдет тема уборки города с повестки дня. Но теперь еще новая появилась – окос травы. Когда выйдут подрядчики? Александр Петрович. Подрядчики выходят сегодня, уже часть, скорее всего, в ночь выйдут. То есть основная масса будет дневной окос. Они должны окосить и убрать, да? Окошенную траву. Покос травы уже провели на улицах Новоселов, Мервинское, Московском шоссе и на Кремлевском валу. Механизированно выкашивали газоны в лесопарке. Работает 4 бригады в каждом районе города. В среднем одна бригада выкашивает в районе 1,5 гектара за рабочую смену. Работы ведутся как и триммером, так и механическим путем с помощью спецтехники «Белорус НТЗ». Он выполняет где-то 2-3 гектара. Алгоритм скашивания травы по городу вполне понятен, но мобильные группы с триммерами могут теперь появиться и в вашем районе. Внепланово. Надо будет только оставить заявку в ДБГ.